Он просто в идеальном техническом состоянии. Друзья, походу срочно пора поднимать тему электротачек и начинать обсуждать ее с вами. Потому что, ну, я не знаю, что это такое, но в нашем шоуруме из 13 машин, которые стоят, например, в Москве, 7 уже электрических. Это случайность или это тренды? Я не знаю. Но надо, мне кажется, выяснять эту тему и прокачивать с вами. И это не все наши электрические машины. Это только в шоуруме, которые стоят. Блин, меня тема очень заботит. Я не сильный фанат даже таких прекрасных, новых, волшебных Тесел, которые нужно 20 часов заряжать до конца, чтобы поехать. Блин, не знаю. В общем, если тема, пишите в комментах. Обязательно расскажу свое мнение. И, конечно же, услышу ваше. Контент кто будет делать? Значит, я научу делать миллионы. Давайте с этого и начнем. Это напоминает CarWow, и я Мэтт Уотсон. Конкурентом этих двух машин должна быть по-настоящему зверюга. Друзья, всем здравствуйте, кто увидишь, как настроение, дайте шубок, где вы? Прям мое любимое число, 333-й день. К сожалению, поздняя тренировка.